Приморские фермеры могут получить грант в размере 40 миллионов рублей. На эти деньги они могут создать семейные фермы по направлению молочное животноводство. А если дело коснется растениеводства, то тогда сумма будет чуть меньше – 30 миллионов рублей. Конкурс на предоставление субсидий уже стартовал. Заявки принимаются до 27 мая. Бизнес-план для получения грантов аграриям помогут составить бесплатно. В этом году общая сумма господдержки на развитие семейных ферм составит 85 миллионов рублей. В прошлом году она была меньше – 77 миллионов. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства Приморья, эта поддержка позволит нарастить объемы и наладить стабильное производство. В условиях санкций местная сельхозпродукция вызывает большой спрос и должна закрывать потребности людей.